Где-то в китайской провинции есть под землей заводы. Там дети шьют сумки и джинсы, собирают айпэды, айфоны. Там единственным источником света фотография Мао Цзэдуна. Поэтому такие косые строчки на подельных спортивных костюмах эти дети солнца не видели. Все чумазы, полуголодные, их на свет рожали родители. Чтоб и ты в Воронеже модным был, хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Ну а где-то под солнцем палящим на плантациях в Доминикане рубят, мочат и тростник работящие малолетние гаитяне. Прут слоны, что больше их весят, чумазы полуголодные, и зарплаты у них вот только не смейте. За тонну всего по $3 эти дети мультфильмов не видели, не застрахованы солнцем, затраханы, их на свет рожали родители. Чтобы ты сказал мне кофе без сахара, хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? Ну а где-то в Афганистане вдали от случайных глаз на секретных полях бескрайних к солнцу тянется Ганджубас. И переходят чумазые дети границу заветными тропами, замотанными скотчем пакетами, спрятанными в тощие попы. Эти дети хитрые и бдительны, но несчастные они повсеместно. Их на свет рожали родители, чтобы Гуф написал тебе песню. Хули ты ноешь? Хули ты ноешь? Увы, но есть места на самой грешной планете, где люди вместе с коровами пьют воду из лужи, а ты говоришь, хорошо там, где нас нету, но там, где тебя нет, бывает, браток, и хуже. Так что хули ты ноешь? А? Да хули ты ноешь?